интересные видео по Майнкрафту и также прохождение различных и забавных игр. Все это ты сможешь найти на канале Мистер Ягуара. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию прохождения самой страшной карты в Майнкрафте. Кто не помнит, у нас уже есть две серии с прохождением этой карты, где нас пытается словить свой Санта-Клаус. И в предыдущей части мы добрались до его секретной лаборатории. Но сейчас, ребята, мы посмотрим, сможем ли мы сбежать с этой секретной лаборатории. И что самое главное, чем закончится эта карта, потому что действительно она, если честно, очень даже крутая. Но, ребята, перед этим не забываем поставить лайк. Ведь я даю вам слово, ребята, что как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же найду какую-то еще крутую карту, еще хоррор-карту. Потому что если вам нравится, как я пугаюсь, заразы, кому это нравится, то я, ребята, сразу же найду и сразу же ее пройду вместе с вами. Поэтому, ребята, набираем 1200 лайков, не поленитесь поставить лайк, и я сразу же выпущу новое видео с Майнкрафтом, без модов и прохождения карты. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас, кто еще не подписан на меня, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Поэтому, ребята, вступайте, я действительно буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, в принципе, сразу же приступаем, потому что, как вы видите, за нами тут уже охотятся. Зараза даже не дал мне договорить и сразу же меня перебил. Не-н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 е. Сейчас, ребята. Я немного сделал тише вот этот звук вот этого младенца, который... Да твою мать, что ли? Ладно, ладно, сейчас мы с ним разберемся. Не беспокойтесь, ребята. Я не выйду с Майнкрафта до тех пор, как... До тех пор, пока я не закончу проходить вот эту карту. Потому что три серии на какую-то карту, это... Если честно, очень много. Я не успокоюсь, ребята. А, да что мне делать? Зараза. А что ты... О, я сразу же... А как я в предыдущей серии не заметил вот эту карту? Так, не карту, а вот эту, вот этот выход. А я в предыдущей серии бегал 20 минут и искал. Афиг, закрой ты уже, если честно, свой ротик. Здрасте, я надеюсь, что никакого скримера не будет. Опа, нифига себе. Твою... О, что нам чат написал? Что здесь происходит? Мне нужно отсюда выбраться как можно быстрее. Я должен починить сани с какими-то инструментами, которые я смогу найти здесь поблизости. Ну вот я вижу топор, только... Что это вообще? Ты можешь... Чувачина, ты очень круто поешь, но иди ты в жопу уже. Вот смотрите, ребят, тут какой-то стол. Мне кажется, тут людей пытали. Не зря же тут столько... Трупаков валяется, смотрите, ребят, какой-то стол с пытками нафиг. Все пишет, тут все закрыто, двери все закрыты, то есть вот эти раздатчики, все закрыто. Ну, в принципе, я тут, вот я там что-то еще видел. Нож, не, я не могу это поднять. А какие мне тогда предметы нужно найти, чтобы я починил сани? Я что-то не могу, если честно, понять. А может мне тут искать нужно? То есть может они где-то вот тут рядом будут? Офигеть! Да тут столько всякой фигни, что я никогда тут ничего не найду. А, Санта, иди нафиг, пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу еще раз проходить вот эту карту, потому что если он меня поймает, ребята, для... О, о, о! Я молоточек нашел! Ребят, я молоточек нашел! ладно, мы, ребята, не будем мешать чуваку, чувак там занят важным делом. Нифига себе, я доски нашел. Так, я нашел доски, я нашел молоточек. Что мы еще тут можем найти? И что самое главное, где мы можем это... Иди нафиг. Дед Мороз, дай нам, пожалуйста, допройти вот эту карту, чтобы я больше не парился. Потому что, если честно, да, она уже немного надоела. В том смысле, что... Я уже не знаю, ребята, ну три серии на такую маленькую карту, ну, не прям маленькую, да, но все же достаточно она много времени заняла, только в связи с тем, то, что я очень, вот честно, ребята, я вам скажу, я очень много раз ее перепроходил, очень много раз, вы себе не представляете, сколько. О, нашел,
Да, дай мне забрать! Забрал! И у нас остался еще один предмет, который нам нужно найти. Ну, или два, или три, фиг его знает. Но я бы, если честно, хотел, чтобы это был последний, потому что... Потому что я уже запарился вот тут бегать по этой библиотеке. Я не знаю, не библиотека, какой нафиг библиотеки? Лаборатории. Давайте еще вот так погромче сделаем. Вот где-то вот так. А я, если честно, уже заколебался тут бегать, поэтому я уже хочу закончить вот эту карту. Зараза, Санта-Клаус, пожалуйста, отстань от меня. Санта-Клаус, пожалуйста. Где? Кто? О, нашли! Нашли! Спасибо, Санта, ты меня прям правильно завел. Так, что мне нужно? Я полагаю, мне нужно отремонтировать сани сейчас. Я должен отсюда выбираться. Я тоже так думаю, поэтому давайте, ребята, валим отсюда. Твою мать! Дай мне выйти! Все. Убегаем, ребята. Как я понял, мы отсюда сейчас можем выбраться, потому что у нас есть лестница. Да, у нас есть лестница. Ребята, убегаем. Да твою мать, да иди ты в жопу, а! Иди ты в жопу. Охренеть, он наглый. Охренеть, он не дает нам даже дойти до саней. Вот они, в принципе, они должны быть вот... Твою мать! Если ты меня сейчас вот тут словишь на улице, если я заново буду перепроходить эту карту, иди ты нафиг, пожалуйста. Откуда нам бежать? Вот сани. Я ничего не делаю... Merry Christmas. What the f... Он нас словил и закрыл в тюрьме... Все, это конец кар. Офигеть! То есть... Как вы видите, ребята, он и так нас словил. Мы ничего не могли сделать, эта карта так сделана, мол... Даже когда мы нашли его лабораторию, даже когда мы нашли его вот эти все инструменты, с помощью которых мы могли отремонтировать вот эти сани, и даже когда мы их уже начали ремонтировать, он все-таки нас словил и закрыл в ловушке и убил. Поэтому я ничего там сделать не мог, это сама карта вот такая. Ну, карта реально крутая. Ну, в принципе, сколько эта серия длилась? Ну, я не скажу, что очень долго, но все же. Если учитывать то, что эта карта растянулась на 3 серии. Ну, подумайте, если бы я не умирал, если бы я все так на одном дыхании прошел бы, то, в принципе, мне кажется, мы бы уложились даже в одну серию. Но это не зависит от нас, как видели. Сейчас у меня было последнее сердечко. Если бы он нас словил уже наружу до... того, как мы дошли до саней, то я бы опять перепроходил вот эту всю карту. Поэтому, ребята, фиг его знает. Но все же, карта была реально прикольная, она мне понравилась. Поэтому, ребята, я сейчас у вас хочу спросить и напишите в комментарии, пожалуйста, кому не лень. Хотите ли вы, вот честно, хотите ли вы, чтобы я проходил больше хоррор-карт? Да, не только без модов или прохождения каких-то там других карт, а чтобы я хотя бы иногда попугался с этими хоррор-картами, да, потому что, ну, когда ты проходишь хоррор-карты, то, в принципе, ты реально пугаешься. Ну, когда вот скримеры, например, да, как было в предыдущей серии, прям офигел, если честно. Поэтому, ребята, если вы хотите, напишите в комментарии. И не забудьте поставить лайк. Секунда, чтобы поставить лайк, но если мы все дружно, всей нашей семьей подписчиков сможем набрать 1200 лайков, то я вам даю слово, то, что я сразу же скачаю, найду и, в принципе, буду проходить новую хоррор-карту вместе с вами. Поэтому, ребята, если вы хотите, то, пожалуйста, я для вас это все сделаю. Поэтому не забываем ставить лайк, не забываем подписываться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как я уже много раз говорил, очень важен. И кто еще не подписан на меня, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Ребята, на этом мы прощаемся, встретимся в следующем видео. Когда оно выйдет и какое оно будет, как я уже сказал, зависит только от вас. Поэтому, ребята, я еще раз хочу сказать всем большое спасибо, всем удачи и всем пока.